Чтобы поздравить ветеранов с юбилеем, по городской традиции представители администрации приходят к ним домой с добрыми пожеланиями. Свой 90-летний юбилей отметила Анна Дмитриевна Марченко, почетный железнодорожник. Ветеран труда совсем еще девочкой в годы войны пошла работать на завод, чтобы прокормить семью. С тех пор она постоянно училась новому и была бригадиром. О том, что такое быть 25 лет в профессии и как в свои 90 продолжать цвести, узнал наш корреспондент. Я даже не верю, что мне 90 лет. В свои 90 Анна Дмитриевна прекрасно помнит, где и когда познакомилась со своим избранником, как выучилась на сверловочном станке и по производственной необходимости проработала на нем 15 лет, и как еще 25 лет отработала бригадиром. И вот она, труженица тыла, в свой юбилей делится секретами долголетия. Главное – не сидеть на месте. И еще важный совет для гармонии в семье. Уважать друг друга и друг друга понимать. И если я, например, наказываю ребенка, он не должен вступать в раздор, а он должен поддержать. Почетный железнодорожник Анна Дмитриевна всегда любила учиться и хотела преподавать историю. И хотя ее жизнь сложилась иначе, она благодарна судьбе за все. Радует Анну Дмитриевну и стремительные изменения в городе. Спасибо за Рычкову, за свет. Свет провел, мы теперь светло ходим. А дороги какие? Не споткнешься. Анна Дмитриевна – творческая натура и сегодня, как и в молодости, любит петь. На этой улице подростком гонял на крыше голубей. И здесь, на этом перекрестке, с любовью встретилась своей. Глядя на таких ветеранов, веришь, что пережить с улыбкой на лице можно все, что угодно, а старости просто нет. Гайнет Овмасян, Алексей Капотов, Новости Муром.